В Кумыкском театре наградили лауреатов премии «Добрые руки». Она вручается тем, кто в течение года активно помогал детям-сиротам. Представлено три номинации: «Линия жизни», «Добрые сердца» и «Чужих детей не бывает». Те, кто проводил дни рождения детдомовцев, забирал их к себе на выходные или же спонсировал эти учреждения в течение года, лауреаты премии. Проект «Добрые руки» дал возможность найти себя в жизни многим детям-сиротам. А меценаты и те, кто помогал им, сыграли в этом самую важную роль, говорит организатор Дмитрий Цаур, который также является выходцем из детдома. Наша система работает напрямую. Напрямую работает с ребенком. Вы видите этого ребенка, вы знаете, что он хочет, вы знаете, для чего это нужно. Поэтому на сегодняшний день ребенок получает с ваших рук. Поэтому «Добрые руки» мы назвали этот проект. С ваших рук он получает напрямую. Никаких счетов этих не нужно. Это все формальные эти дела, это ерунда. Все для нас это нет.